Сотрудниками ГИБДД за последний месяц зафиксировано 57 водителей в состоянии алкогольного опьянения, 5 водителей, не пропустивших пешеходов на переходе, и 13 пешеходов, которые сами нарушали правила и переходили в неположенных местах. В городе прошла традиционная акция «Водитель-пешеход». Основная задача акции, которая проводится каждую неделю, — предупреждение дорожно-транспортных происшествий, а также соблюдение ПДД всеми участниками дорожного движения, как водителями, так и пешеходами. В ходе мероприятия сотрудниками ГИБДД проверено 101 транспортное средство. Составлено 2 административных протокола за тонировку стекла, не соответствующую требованию технического регламента, а также управление несовершеннолетним водителем до 14 лет мопедом. Полицейские рекомендуют водителям быть предельно внимательными при движении, соблюдать меры предосторожности в местах массового скопления пешеходов и выполнять свои непосредственные обязанности, предусмотренные правилами дорожного движения.